Всем привет! Вы на канале Марол. Сегодня я хочу показать, как очень легко и просто можно сделать цветок из фатина. Значит, нам потребуется отрез фатина 15 сантиметров на 9. Нам нужно его сначала сложить один раз пополам и потом уже сложенный вдвое фатин нужно сложить в три раза, но вот здесь вот этим, где отрез, именно отрезанные части, внутрь. То есть сначала загибаем эту часть отрезанную. Здесь все проверяем, чтобы ничего не съезжало. А потом уже согнутую часть. Итак, полностью весь фатин нужно сложить. Когда складываем, здесь либо закалываем иглой, либо чем-то придерживаем. Я взяла заколочки. Так, здесь то же самое. Складываем в три раза. Вот так у нас получается. Теперь берем нитку с иголкой и прошиваем здесь, захватывая все слои фатина обязательно. Если нужно, подправляем. Так, значит, прошиваем сначала вверх. И теперь зависит от того, сколько вы хотите, чтобы было лепесточков у вашего цветка. Значит, я хочу, чтобы было 5. Получается, 5 мы делим на 3, 15 делим на 5, получается 3 сантиметра. И получается 3 сантиметра мы прошиваем по верхней части. Все, 3 сантиметра прошито. Теперь идем вниз. Уже снизу прошиваем 3 сантиметра. И так делаем до конца. Вот так у нас получилось. Теперь затягиваем нить. Если нужно, поправляем лепесточки, чтобы они были ровненькие. Здесь прошиваем, чтобы цветочек наш не расходился. И сшиваем. Вот получается такой цветочек. Теперь серединку можно сделать уже по вашему усмотрению. Я хочу сделать из бисера со стеклярусом. Сразу говорю, иголку я брала специальную для бисера.
Значит, вставляем в иголку стеклярус и бисер. Потом продеваем обратно через стеклярус. Получаются такие тычинки. Итак, делаем столько, сколько вы хотите штук, чтобы было. Вот такие вот получились цветочки. Этот даже как будто немножко похож на мак. И здесь я сделала с серединкой из жемчужной бусины. Напишите, какая вам понравился больше цветочек. Такой или такой. На этом все. Ставьте лайки. Подпишитесь, если вам понравилось мое видео. Всем всего хорошего.